хореография. Первое место заняла Паранова Наталья. Руководитель Гуменник Ольга. Слово «Дети. Начинающая современная классика» награждается Пашкевич Маргарита. Первое место. Дом танца «Крылья». Руководитель Никитенко Полина, Лободинская Татьяна. В номинации «Соло дети, продолжающие народный танец» награждается Грецкая Богдана за ее грузинский танец. Браво, браво, браво! Это было замечательно. Также Богдана приглашается на чемпионат Украины, который пройдет в Киеве 26.11.2016 года. С этим же танцем бесплатное участие. Держи сертификат, не забудь его взять с собой в Киев. Награждается номинация «Соло, продолжающая современная классика». Первое место заняла Власенко Анна. Time to dance. Руководитель Кравченко Светлана. Браво, браво, браво! Вот они, чемпионы. Так медали не получал еще никто сегодня на этой сцене. Дети, продолжающая современная классика. Первое место заняла Пашкевич Маргарита, дом танца «Крылья». Руководитель Никитенко Полина, Лободинская Татьяна. Дорогие друзья, мы не расходимся после церемонии награждения. После того, как мы раздадим все медали и первые места, у нас для вас еще будут специальные номинации, специальные награды. Итак, продолжаем церемонию награждения. Ансамбль «Подростки. Открытая лига. Эстрадная хореография». Первое место занял коллектив «Шарм». Руководитель Наталья. Группа «Взрослая открытая лига стрит-шоу» заняла команда 5S Move on Dance Center. Руководитель Могилевский Евгений. За участие в категории «Взрослые батлы начинающие» награждается Сердюк Станислав. Две участницы батла уже забрали свои награды, а победителем в этом честном бою стал Морозов Игорь. Наши аплодисменты и поздравления! Браво, браво, браво! Громче, громче, еще, еще! Это было здорово, это было жарко! Дорогие друзья, все номинации у нас уже награждены. Победители названы, но у меня еще, смотрите, сколько для вас сюрпризов.
приятных сюрпризов. Я хочу сказать комплимент сегодняшним участникам и руководителям сегодняшнего коллектива сегодняшнего фестиваля. Вырос уровень вашего танца. Очень вырос. Мы не виделись с вами полгода. За этот срок вы двинулись вперед даже не на одну ступеньку. Вы молодцы. Вы лучшие. Вы крутые. Так держать. Ну и, конечно, нам, как судьям, было очень тяжело из лучших выбирать лучших, правда? Всегда сложно, когда они все такие молодцы и так здорово старались. Но, тем не менее, сертификат на 50% скидку на участие в чемпионате Украины 26.11.2016 получает коллектив Time to Dance с танцем буги-вуги. Кравченко Светлана приглашается в Киев на чемпионат Украины. 26.11 вас ждет столица. Лучшие танцевальные коллективы будут представлять хореографическое искусство на лучшей сцене Киева. А также сегодня на фестивале были учреждены специальные номинации. Лучшие из лучших награждаются специальными номинациями. 10 шагов назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Дружно еще. Итак, самый артистичный номер. Внимание! Самый артистичный номер фестиваля. Номер «Охотники» в номинации «Эстрадная хореография». Валя, признан дуэт. Ладонская Анастасия, Коваль Анастасия. Браво, девчонки, вы лучшие. Вперед. Вперед, 10 шагов, получаем свои награды. Специальная номинация. Самый грациозный исполнитель классической хореографии. Эту номинацию выиграла Пашкевич Маргарита. Грациозная балерина сегодняшнего фестиваля. Аплодируйте, не жалейте свои ладоши. Охотники, вы кубок забыли. Поохотитесь, пожалуйста, за кубком. Быстрее, срочно! Кубок ищет своего обладателя. Вот так, хорошо. Самый яркий номер фестиваля. Эту номинацию выиграл хореографический коллектив «Шарм» с номером «Калитки-малинки». Харизматичный танец в сегодняшнем фестивале оказался танец в номинации «Народная хореография». И это грузинский танец в исполнении Грецкой Богданы. Зрительских симпатий достался группе Baby Jazz Modern. Студия танца Ксении Кузнецовой. Браво, браво, браво! Бэбики, вперед за наградой! Вперед! Смело! Скорее! Выходим вперед! Thank you.
организуем еще один мини-конкурс в конкурсе. Конкурс «Мисс Осенний Вернисаж». Итак,